Ребятусики, всем привет, я всех приветствую на своем канале. Продал сегодня вот такие 5 монет, 92 год, 1 копейка, UNC штемпельный блеск. Почем сегодня можно продать такую монету? В розницу я их продаю ориентировочно 20-30 гривен, но данные монетки я продал за 50 гривен. Вот, встречаются они, конечно же, да, но нужно иметь к ним доступ, чтобы у вас было огромное количество монет, чтобы можно было выбрать. Все-таки 92-й год потихонечку отходит уже от нормальных сохранов. Это все обиходные монеты, но встречаются еще и вот так вот. Можно их спокойно продавать. Обращайтесь, кому нужно. Еще есть, по-моему, 12 монеток. Но это с где-то 5 килограмм. Ставьте лайки. Не забывайте заказывать рекламу. С вами, как всегда, Мега Дэнди, бог антиквариата и нумизматики, Бэтбой, перекупщик.